Работу спецавтобаз за именно уборку улиц Орла в ночное время станут проверять и контролировать. Об этом на планерке в мэрии доложил главный коммунальщик Орла Владимир Достовалов. На сегодня нами планируется ночной выезд в связи с специалистами управления коммунального хозяйства. Каждого специалиста своего посажу в машины поодиночные. И ночью не будут ездить с ними для того, чтобы отслеживать график, отслеживать, то есть сделаем график рабочего дня в ночное время. По словам Достовалова, это поможет оптимизировать работу и избежать лишних финансовых и временных затрат. Другую проблему озвучил сити-менеджер «Орла». Михаил Берников говорил о дорожной разметке, точнее ее отсутствии. Глава города просил подчиненных обозначить сроки начала разметочных работ. 16.25 подрядчик на сегодня определен. Краску будем давать на независимые экспертизы. Далее, то есть работу компании мы проведем и проведем с более ужесточенным контролем. Однако все эти меры не приведут к увеличению срока жизни разметки, заявил Достовалов. Она будет держаться не более 3 месяцев, считает руководитель УКХ. Причина этого – большой автопоток и низкое качество асфальта, отметил чиновник.